Сегодня в Запорожье подписан меморандум между Запорожским горосполкомом и компанией «Укрлифтсервис» о реализации пилотного проекта «Замена лифтов в многоквартирных домах Запорожья». Как будет реализована программа, запорожцам рассказали в ходе специального совещания, которое прошло во Дворце культуры имени Дробязко. У нас сегодня в городе 2163 лифта. Все они срок своей службы выработали. 59 лифтов вообще не работают. И только в Коммунарском и Жовтневом районах нужно заменить и отремонтировать 625 лифтов. Конечно, денег на это нет ни у кого, ни у жильцов, ни у горсовета. Поэтому мы решили применить известную схему эффективную, которая работает. Это механизм государственно-частного партнерства. Специалисты уверяют, практика государственно-частного партнерства уже прошла успешную апробацию в других странах мира. Кредит на внедрение нового оборудования берет частная компания, гарантом выступает государство. Если такое финансовое вливание получает муниципалитет, то сумма кредита зависит от годового бюджета города. Для частных же компаний таких ограничений не существует. Вот эти средства, которые вам нужны, да, для установки счетчиков, для ремонта лифтов, на себя берут частные компании. И они берут эти деньги, то есть кредит получаете не вы, а получают эти компании. Услуги вы получаете сегодня в виде счетчиков, лифтов, так сказать, вот, жилищно-коммунального хозяйства. А оплата идет вот в течение там, 5, 10, 15 лет. Вот так работают международные финансовые организации.